Сегодня я хочу показать вам, как в моем представлении должна выглядеть хорошая коробочка красоты. Потому что, согласитесь, в последнее время у меня такое впечатление, что интерес к этому сервису в принципе подупал, потому что очень часто мы покупаем кота в мешке, платим за это деньги, а содержимое этих коробочек очень редко оправдывают наши ожидания, потому что часто там неинтересная косметика, очень мало декоративной косметики, очень часто попадаются какие-то ноунейм марки, и все это в целом создает какую-то не очень хорошую репутацию для этого сервиса в принципе. И на данный момент самый лучший опыт из всех у меня был с Viva Beauty Box. И именно об этой коробочке мы сегодня и поговорим. У меня сегодня на тесте их новая коробочка Be Magical. И сразу скажу, что для меня решающим фактором здесь стал один единственный продукт, который сразу склонил меня в сторону того, что это очень хорошее содержимое. И вообще, в принципе, за что я люблю Viva Beauty Box, это за то, что вы никогда не покупаете кота в мешке. Они на сайте расписывают каждый продукт, который они вкладывают, поэтому вы сами можете очень легко на сайте пересмотреть список всего, что входит в эту коробочку, и для себя уже решить, насколько для вас это интересно или нет. Для меня лично, как я и сказала, решительным стал один единственный продукт, и я сразу не буду тянуть кота за хвост, и я вам его сразу покажу. Это щеточка Foro Luna Play Plus. По факту получается, что вся эта коробочка со всем содержимым стоит даже немножко дешевле, чем сама эта щеточка просто в розничном магазине. Если вы не впервые на моем канале, то вы знаете, что я обожаю просто эту щеточку, и первая моя щеточка появилась у меня как раз таки год назад, благодаря Viva Beauty Box. Год назад тоже было похожее содержимое, и вот благодаря ему у меня появилась вот эта вот щеточка, абсолютно та же серия, только другого цвета, это, как видите, такая более ярко-розовая, а это цвета такого baby pink. Эта щеточка скорее такая дорожная или просто для умывания лица, без дополнительной функции именно массажа anti-age. И что тоже абсолютно превосходно, это то, что в эту коробочку попала версия Play Plus, а не просто Play. Чем они отличаются? Просто версия Play имеет встроенный аккумулятор, который невозможно перезарядить, то есть у нее есть определенное количество циклов, и когда аккумулятор разряжается, по сути, вы можете эту щеточку уже выбросить. Play Plus тоже не имеет отдельной зарядки, но здесь можно открутить вот эти вот болтики, и сюда вставляется мизинчиковая батарейка. Также я получила несколько вопросов по поводу того, точно ли это оригинальная щеточка Luna, потому что сейчас существует очень много подделок. Я вот эту пока еще не открывала, но в прошлом году у меня абсолютно точно такая же щеточка появилась благодаря Viva, и я ее проверила по серийному коду, и я на официальном сайте Foreo зарегистрировала эту щеточку, то есть она полностью оригинальная, здесь никаких претензий нет. Что касается вот этой щеточки, то, как видите, я ее еще даже не раскрывала, но я, честно говоря, крайне сомневаюсь, что они в этот раз связались бы с каким-то другим поставщиком, который бы продавал подделки. Viva — это все-таки уважаемое издательство, и у меня нет причин сомневаться в оригинальности товара. Но ладно, про щеточку я вам уже рассказала, сейчас давайте посмотрим на остальное содержимое. Как я уже и сказала, вот это в моих глазах — это все бонус к щеточке. И я вам скажу честно, что бы здесь ни находилось, я бы все равно была бы рада содержимому, потому что для меня вот конкретно эта щеточка решает очень много. Первое, мне попадаются здесь вот такие вот две упаковки. Это марка Skinner Mill, и вообще это средство по уходу за проблемной кожей. Здесь первый есть набор, в котором есть три миниатюры, здесь очищающий гель, крем-баланс с матирующим эффектом и флюид глобальный уход. Этими средствами я пользоваться не буду, потому что у меня не жирная проблемная кожа, но тем не менее здесь вот такие вот небольшие пробники. Ну, распробовать какое-то первое впечатление, наверное, все же сложить можно об этой марке. И здесь во второй коробочке это активный локальный гель Stop Acne. И я тоже думала, что я его даже не открою, не попробую, но у меня в последние пару недель какой-то кошмар просто случился с кожей. У меня очень давно уже не было высыпаний, а
На прошлой неделе у меня так обсыпало лицо, что я аж перепугалась, поэтому этот крем, в общем-то, очень кстати мне был. И я, знаете, аж удивилась, потому что реально этот гель работает. Я вот так вот локально на каждый прыщик нанесла немножко этого геля, и действительно через пару часов краснота как-то немножко спала. И вообще вот этот воспалительный процесс как будто немножко потушился. Здесь состав, в принципе, достаточно такой активный. То есть это не средство, знаете, как мертвому припарка, а я прям на себе почувствовала, что это работает. Также здесь сверху на меня смотрит бальзам Carmex. Я сама Carmex не очень люблю. Как-то у меня с ним никогда не складывались такие отношения, чтобы я прям могла назвать его своим самым любимым бальзамом для губ. Но я знаю, что очень много почитать у этого бальзама, и просто этот бальзам я сплошь и рядом вижу в косметичках у своих знакомых, у своих друзей, поэтому я знаю, что это средство многих порадует. Из полноразмерок здесь вот такое вот средство, это, как здесь написано, пенящийся гель для умывания. Сейчас я добиваю свои две умывалки корейские. Но, тем не менее, вот это очень хорошая штука, поэтому я 100% буду ей пользоваться, как только добью свои умывалки, поэтому у меня это лично не заваляется, я всегда рада таким средствам. Также здесь есть вот такая вот маска от Yves Rocher. Сначала я подумала, что это крем для рук, потому что формат такой похож на крем для рук, но нет, это восстанавливающая маска для лица, Replenishing Mask. Я у Yves Rocher не пробовала эту серию, по-моему, если я не ошибаюсь, она новая. И, кстати, здесь 30 мл, немало для маски. И аромат тоже абсолютно восхитительный, очень свежий, такой какой-то огуречный. Вот для меня это чуть ли не идеальный аромат. Вот огуречный и лимонный запах для меня одни из, наверное, самых приятных. Также я здесь встречаю уже, наверное, сотую в моей коллекции минеральную воду в спрее, в таком вот формате, как термальная вода. От Моршинска. В последнее время Моршинска, видимо, сотрудничает с очень многими бьюти-сервисами, и практически везде попадается эта минеральная вода. У меня уже точно две бутылочки есть, вот это, по-моему, третья или четвертая уже. Кондиционер для волос от марки Zaya. Эта марка продается у нас в супермаркетах, представлена, наверное, практически вся линейка этой марки. Она достаточно бюджетная, здесь ничего сверхъестественного, скажем так, от нее ожидать не стоит. У меня сейчас очень-очень дорогой уход за волосами. Я решила наконец-то немножко побаловать свою шевелюру, и я заказала себе линейку ухода от Kérastase, поэтому, конечно, вот этим средством я разбавлять сейчас не буду и пробовать что-то новое, когда я сосредоточилась конкретно на тестировании этой линейки. Также в полноценной версии здесь тушь от компании Formazi, и вообще тушь — это такой продукт, который, наверное, ни у кого не заваляется, потому что тушь используют даже те, кто практически не пользуется косметикой, поэтому я думаю, в любом случае будет актуально. Я вам сейчас хочу ее открыть и показать еще, как будет выглядеть щеточка, потому что для меня это тоже лично всегда решающий момент. Если щеточка слишком большая, то тушь зачастую мне не подходит. И вот я сейчас открыла эту тушь, и я понимаю, что я точно ее попробую, потому что щеточка, в моем понимании, вот такая вот, идеальная. Она очень маленькая, силиконовая, все замечательно, поэтому тушь эту я 100% протестирую и потом скажу вам свое мнение. Мы с вами дошли уже практически до самого дна коробочки, и здесь на меня смотрят последние три вот такие вот бутылочки. Две из них от компании Uriage и одна от SVR. Это аптечные марки, которые продаются, тоже широко представлены в аптеках, у нас, по крайней мере. Что касается Uriage, здесь это мицеллярная вода. Также от Uriage здесь пробник, я так понимаю, это легкий увлажняющий крем. Когда я впервые взглянула на эту баночку, то мне показалось, что это тоже мицеллярная вода. Но нет, потом я прочитала, что это увлажняющий концентрат для упругости кожи. То есть, по сути, я так понимаю, что это что-то типа аналога эссенции в корейском уходе. То есть, если в корейском уходе этот шаг выполняет эссенция, то здесь в линейке SVR, наверное, предполагается использование этого шага. Наносится это как раз-таки после тоника, но до сыворотки или крема. То есть, как раз-таки, как наносится и эссенция, собственно. Также я здесь вижу последнее, что здесь находится. Это несколько вот таких вот саше, о которых я вам сейчас расскажу. Первое, что у меня не вызывает восторг абсолютно,
Это линейка средств от Биоксин. У меня дружба с этой маркой, к сожалению, вообще не сложилась. Кстати, опять-таки, через этот сервис Viva Beauty Box у них как-то были в коробочках в содержимом полноценная версия, там ампулы, прям вот такая большая коробочка, которая тоже жутко дорогущая, против выпадения волос. И также там еще был шампунь против выпадения волос, если я не ошибаюсь, по-моему, какой-то небольшой то ли бальзам, то ли что-то такое, но именно конкретно на эту марку у меня была какая-то жутчайшая реакция, у меня вся голова покрылась прыщами, причем такими большими и болючими вообще. Меня это ужасно перепугало, поэтому до сих пор у меня эти средства лежат в ванной, мне очень жалко их выбрасывать, потому что они ужасно дорогие, и я вот думаю, может кому-то другому это подойдет, я не знаю, может там маме их подарить, или там, я не знаю, может кто-то еще столкнется с этой проблемой, потому что очень дорогие средства, и вполне возможно, что они кому-то помогают, но у меня лично была такая реакция. Также здесь из пробников масло для лица от Zaya. Одна упаковка патчей под глаза от компании Masquerade. И еще один пробник от Benton. Benton я обожаю марку. Если вы не смотрели мой обзор на уход от Benton, обязательно его посмотрите, потому что я до сих пор многим пользуюсь. И, кстати, на самом дне я здесь встречаю еще вот такой вот купон на скидку аж 20% на всю продукцию Benton с промокодом «Хочу Benton». Кстати, здесь на купоне изображены и пенка для лица, которую я просто обожаю, очень классная пенка, и тетамин, которым я тоже пользуюсь, который у меня вот здесь вот лежит, вот прям под рукой. Он у меня уже тоже, видите, практически закончился. Тоже очень классная штука, поэтому классно, что на такой большой процент здесь промокод. Ну что ж, у меня все. Если вас заинтересовало содержимое этой коробочки, то переходите в описание, я вам оставлю ссылку на официальный сайт Viva Beauty Box, где можно заказать эту коробочку. На момент съемки этого видео эти коробочки еще были в наличии, но, к сожалению, по своему опыту могу сказать, что эти коробочки очень быстро разбирают. Поэтому я не уверена, что на момент выхода видео они еще будут в наличии. Но я, честно говоря, постаралась сделать все возможное, чтобы кто хотел, тот успел заказать их. Потому что как только я узнала о том, что поступает в продажу эта коробочка, я сразу у себя в Инстаграме об этом написала. Поэтому кто фолловит меня в Инстаграме, те были в курсе о том, что начинается продажа этой коробочки. И я надеюсь, вы успели заказать. Если же вдруг вы не успеете заказать эту коробочку, я вам очень рекомендую подписаться на соцсети или Viva, например, потому что там они тоже выкладывают перед тем, как они идут в продажу. Зачастую начинаются такие тизеры, как бы что там будет. Или как минимум подписаться на мой Инстаграм, потому что я тоже стараюсь вот такие вот вещи, которые я точно знаю, что быстро распродаются, я до выхода видео еще стараюсь в Инстаграме вот какие-то упоминания делать, потому что по-другому просто никак, ну уж очень быстро, как горячие пирожки они разлетаются. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне палец вверх, это очень здорово выручает мой канал, поэтому не скупитесь, ставьте палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, и если вы хотите продолжить время на моем канале, я вам оставлю еще два варианта видео, которые вы можете посмотреть. Если же вы их уже видели, то мы с вами увидимся в моем следующем видео через несколько дней.